Вітаю, це ютуб-канал «Фабрика новин». Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Я Анастасія Федор, і з нами Борис Тезенгаузен, політехнолог. Борисе, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, зі свіжих заяв не до диктатора Путіна, він заявляє, що наразі окупанти не планують наступний масований ракетний удар по Україні. Мовляв, зараз стоять інші завдання. Як думаєте, які завдання можуть стояти в терориста далі? А он же дальше как раз и озвучил, какие задания. Он сказал, что там из 29 объектов 7 не были поражены. И вот, да, и сейчас вот россияне пытаются добить эти объекты. Ну, то есть это первое задание, я так подозреваю. А второе задание – отправить побольше мобилизованных на линию фронта. Это понятно. Он сегодня тоже озвучил, что уже 222 тысячи мобилизовано. И там, по-моему, 16 уже отправлено на линию фронта. То есть вот какие задания. Задание бросить пушечное мясо, задание дожать Лукашенко, там вроде как на днях какие-то россияне уже собираются в эту союзную группировку прибыть, и задание дальше кошмарить ракетными ударами Украину. Я думаю, он врет про то, что массированного ракетного удара в ближайшее время не будет по причине того, что не стоит такого задания. Просто его нужно подготовить, этот массированный удар. И по разным оценкам, по-моему, Данилов говорил, что у них там процентов 25 от общего количества высокоточных ракет уже осталось. Вот. Для этого нужно подтащить эти ракеты поближе, прицепить там часть на самолеты и так далее, калибры эти зарядить. То есть я думаю, что задание у него такое будет. Я думаю, что... Ну вот они, знаете, что они сделали ошибку, и я имею в виду, ну, для них ошибку. То, что они не в холодное время суток лишали нас электричества, а когда это тепло и когда это переносимо, и мы все это быстро починили. То есть я думаю, что где-то перед холодами они планируют еще нанести пару ракетных ударов. Не знаю, хватит ли на больше у них или нет. Это будут, скорее всего, не только объекты критической энергетической инфраструктуры, но и, возможно, какие-то водонасосные станции, чтобы лишить не только света, но и воды и тепла. То есть они все это будут делать, у них просто нет другого выхода. У них, точнее, нет других инструментов. На поле боя они медленно, но верно отступают. И сегодня уже там, по-моему, сначала Стримоусов говорил, потом, а сегодня уже Сальдо выступил, что жители Херсонской области, просим вас выехать, внимание для отдыха и оздоровления. Сальдо, ну, что так, это? Закликав владу Путіна. Там єдине, що Стримоусов, він сказав, що, ну, взагалі паніки немає, це не для всіх, і намагався заспокоїти навпаки, а от Сальдо, він такий ніби як в паніці все це говорив. Смотрите, какие они хитрозадые получаются в этом случае. Они помнят, что коллаборантов кинули в Харьковской области, россияне когда убегали. То есть они решили себя таким образом обезопасить. Во-первых, чтобы не возникало вопросов, почему коллаборанты и их семейки так быстро пакуют чемоданы массово на отдых и оздоровление. И во-вторых, чтобы потом никто не говорил, что их бросили. Они скажут, мы же вас предупреждали, вот смотрите. То есть, скорее всего, готовятся к сдаче Херсона. Это понятно. Вот, а что Путину остается? Только ракеты и дроны, больше ничего. Его мобилизованные уже в качестве 200-х начали поступать обратно довольно быстро. Самый быстрый круговорот биомусора в природе получается. Вот, прибывают сюда несколько дней и обратно уезжают туда в качестве 200. И так и будет продолжаться дальше. Ну, то есть вот Путину нечего было сказать, ни о каких успехах он, кроме как вот об этих ракетных ударах, он не мог ничего сказать. Ну, те, що, до речі, про Херсон ви сказала, дійсно потрібно, мабуть, готуватися вже втікати, тому що вже була інформація із західних військових чиновників. Вони припустили, що захисники України можуть звільнити Херсон вже наступного тижня. Тобто така дуже гучна заява. Ймовірно, із цим пов'язана така паніка того ж самого Гауляйтера Сальдо, потім Стрімоусова. Все може бути. Цікаво ще от було щодо Ілона Маска. Нові заяви, нові новини. Засновник компанії SpaceX він підтвердив, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Там зараз нібито з ним США ведуть переговори. Як думаєте, така от заява Ілона Маска, на що потрібно тут звернути увагу? Як складно нам тепер може бути без Старлінків, чи все ж таки домовляться?
Ну, есть два варианта. Понятно, что сам Маск навряд ли будет дальше финансировать. Понятно, что неплохо он как бы пропиарил свой продукт, пользуясь вот ситуацией, пользуясь войной в Украине. Но нам грех жаловаться. Он помог нам на начальном этапе. Эти старлинки спасли не одну жизнь. И заставлять его дальше финансировать мы, естественно, не можем. Он бизнесмен, он деньги свои должен считать. Ну и он оказался обидчивым таким, как школьник, знаете. Ах так, вы меня послали, вот я тогда и пойду. Сейчас вопрос в том, согласится ли правительство Соединенных Штатов дальше финансировать. Это нет. Я думаю, мы сами найдем средства, если нам будет необходимо, для того, чтобы эту связь поддерживать и закупать новую продукцию. Поэтому Маск, и на том спасибо, как говорится. Не будем его оскорблять, пинать. Он имел там на это право. Тем более Маск, это же прекрасный экземпляр отсутствия принципов, принципиальности в бизнесе. Маск же раньше голосовал за демократов, он был приверженцем демократической партии. После того, как на него накатило правительство за вот эту, не очень чистую, по их мнению, сделку по Твиттеру и за разные там разглашения по компании Tesla, которые привели к колебаниям цен акций, он сказал: я больше не голосую за демократов, я голосую за республиканцев. Это просто бизнес. Зрозуміло. Що ж там тоді в Білорусі, який там бізнес, там вже запровадили режим контртерористичної операції у зв'язку нібито з загостренням ситуації. Лукашенко зійшов з розуму, сказав, що головний ініціатор, який робить ставку на застосування ядерної зброї, це Польща. Мовляв, вона провокує США на якісь рухи в плані ядерної зброї. Що з Лукашенком сталося? Він же зовсім там з глузду з'їхав. Но он умело выдает из себя шизофреника. На самом-то деле он таковым не является. То есть он просто хитрый, циничный и находится в довольно безвыходном положении. Денег ему, кроме России, никто не дает. Недавно ему Россия судила, как говорится, кредит в 1,5 миллиарда долларов, буквально несколько дней назад. Кредит нужно отрабатывать. Естественно, после этого понеслись заявления: Украина опять готовится напасть, значит, союзную группировку развернем и так далее, и так далее. Но до сих пор Лукашенко удавалось устоять и не бросить свои войска в Украину. Я уже говорил о том, что, даже если посчитать, армия, 65 тысяч человек, 45 тысяч военнослужащих из них. Вот сколько Лукашенко готов эту группировку отдать, учитывая, что он параноик, что он параноик не только на внешнего врага, но и на внутреннего. У него же постоянно мерещится, что его хотят изнутри там как-то раскачать, сбросить. Ну, сколько он готов отрядить? Несколько тысяч, допустим. Плюс он заявил, что основа группировки будут белорусские военные. Значит, россиян меньше будет там. Пусть 10 тысяч их там будет. Что это такая группировка ударная, которую наши вооруженные силы не могут достойно встретить? Конечно, встретят. И Залужный, и Данилов уже заявляли о том, что мы готовы, только суньтесь сюда. Поэтому Лукашенко хитрит, Лукашенко юлит. Прошел тот момент, когда он мог довольно безнаказанно предоставить свои вооруженные силы. Это вот момент первой фазы, когда россияне прям вот чуть ли не победным маршем докатились до Киева. Потом, конечно, им объяснили и показали, значит, какая армия мира они. Вот тогда Лукашенко еще мог. Он видел, что россияне атакуют, они уже возле Киева. Сейчас, видя, как перемалывают российскую группировку и на Херсонском направлении, и в Луганской области, и как выгнали их из Харьковской области, зачем ему это нужно? То есть санкции, которые за этим последуют, вот те санкции, которые наложены сейчас на Беларусь, это будут просто детский, как говорится, детский лепет по сравнению с теми санкциями, которые последуют. А то, что он каждый раз придумывает нового врага, там сейчас это Польша, до этого Украина, потом Литва ему мерещилась, там где-то еще НАТО. Ему нужно придумывать врага, который нападет на Беларусь. Знаете почему? Потому что тогда у него есть оправдание перед Путиным, почему он свои войска не бросает в Украину. Он говорит: я здесь вам тылы закрываю в Беларуси, мне войска здесь все нужны. Вот политика Лукашенко. Я не знаю, долго ему удастся на этом шпагате
как говорится, не порвав штаны, просидеть, но посмотрим. Есть у меня большие сомнения, что Лукашенко готов полноценно вторгаться в Украину. Про підтримку Путіна в Європі, от в Італії, новина, яка мене вразила, спікером палати депутатів, нижньої палати парламенту, обрали члена правої партії Ліга, Лоренцо Фонтано, там такий є. Він набрав понад 200 голосів депутатів. От раніше його заяви, які зараз цитують ЗМІ, це те, що Росія Путіна є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства. А Фонтана також він є великим шанувальником Путіна. Він його описує як світло для західного світу. Навіть за даними деяких видань італійських, він в 14-му році їздив на так званий референдум до окупованого Криму. От наскільки небезпечні такі призначення в Європі, в цивілізованому світі? Невже це нормально сьогодні, що можуть потрапляти до парламенту люди, які підтримують Путіна? Здесь стоит понимать, что в каждой стране так или иначе повестка сфокусирована на своих внутренних проблемах в первую очередь. Его, то есть вот этого персонажа правых, и, кстати, волна успеха правых прокатилась по всей Европе, давайте прямо говорить. Есть некий запрос вот на какие-то радикальные решения, на простые решения, на популизм. Есть запрос, и насколько это небезопасно? Это в первую очередь небезопасно для тех политиков, которые в открытую выражают поддержку Путину. Помните, когда Трамп вдруг как-то неожиданно полетел в Хельсинки, встретился там за закрытыми дверями с Путиным и чего-то там с ним обсуждал, а потом приехал и не мог объяснить, и еще ему пришлось извиняться перед собственным народом за то, что он там как-то неправильно выразился. Ну, то есть поддерживать Путина, конечно, могут некоторые политики, никто политическую коррупцию, кстати, не отменял, мы же не знаем, кто там этих правых, левых финансирует. Но в итоге эта поддержка Путина оказывается губительной для политиков. И, ну, да и Трамп, давайте прямо говорить, Трамп тоже говорил, что Путин великий чувак, и он, еще не будучи президентом, бизнесменом, прилетал в Россию, ожидал аудиенции, Путин так с ним и не встретился. То есть он очень ценил вот Путина, как он, наверное, тоже сам хотел быть таким, как Путин, чтобы у него был в руках такой инструмент, взял и выключил неугодную прессу, fake news, да, как он говорил, взял и посадил оппозиционеров. Вот он хотел бы, наверное, такой власти. Но я не думаю, что это как-то там отразится на взаимоотношениях наших с Европой. Там всегда есть уравновешенные тяжеловесные политики, которые могут объяснить, что поддержка Путина – это путь в никуда. Хотя уже сейчас парламентская ассамблея террористический режим признала, Италия там голосовала, мы видели как. Да, мы даже видели, как голосовала Саудовская. То есть мы видели, что у Путина круг друзей, он не просто сузился, он уменьшился до микроскопического кружка такого. Даже Эритрея в этот раз воздержалась. Которая, да, Беларусь, Сирия, Никарагуа, КНДР. Да, вот он. Да, поэтому Путин стремительно теряет свой вес как мирового политика. Он изолирует и себя, и свою страну. Туда ему и дорожка. Сподіваємось, що скоро не буде взагалі ім'я Путіна на політичній арені світу взагалі як такого, що ж, йдемо до перемоги. Дякую вам, Борис Зенгаузен, політехнолог. Дякую за час. Я нагадаю, це YouTube-канал «Фабрика новин». Ставте лайк, підписку, обов'язково пишіть ваші коментарі.